Ивановцы довольны общественным транспортом и сферой ЖКХ. К таким выводам пришли в Департаменте внутренней политики. На сайте ведомства опубликовали итоги опроса населения за первое полугодие 2018 года. Так, уровень удовлетворенности услугами жилищно-коммунального хозяйства в среднем около 90%. Качество работы общественного транспорта устраивает 80% жителей областного центра. Смысл в том, что каждый гражданин Ивановской области, да, то есть каждый житель Ивановской области может путем дистанционного доступа, да, то есть на сайте проголосовать и выразить свое мнение к разным тематикам, которые предложены в этом опросе. Многим эти цифры могут показаться несколько завышенными. В департаменте объясняют, мол, с этого года изменилась технология опроса, репрезентативность значительно снизилась. Анкету заполнили около 160 горожан. Для сравнения, в прошлом году, когда опрошенных было кратно больше, уровень удовлетворенности общественным транспортом был в два раза ниже, а коммунальные услуги устраивали лишь 2/3 населения. Мы решили провести аналогичный опрос и попросили ивановцев поставить оценку транспорту, дорогам и ЖКХ. Качество автомобильных дорог – 3. Уровень организации теплоснабжения – 4. Уровень организации водоснабжения – тоже 4. И уровень организации энергоснабжения – 4. И газоснабжения – тоже 4. Ну, общественный транспорт, ну, я бы поставила 9. Дороги в городе? Да, в городе Иваново. 5. А почему вы так сильно недовольны качеством автомобильных дорог на единицу? Ну, даже каждый день просто переходить через дорогу, через пешеходный переход, можно каблуки сломать. Как показал наш опрос, с регулярным отключением горячей воды и перебоями энергоснабжения ивановцы более или менее смирились. Средняя оценка – около 6-7. А вот разбитые дороги и засилье маршрутных такси вызывает недовольство. В работе общественного транспорта у вас единицы что мне нравится? Ну, потому что маршрутки одни. Вот это мне не нравится. Нет огромных автобусов, которые бы уместили все 5 маршруток в один автобус. Вот что мне не нравится. Вот такая штука. Работа общественного транспорта. Ну, приходит вовремя, думаю, 8 поставлю. Не идеально, но вовремя. Качество автомобильных дорог. Ну, не знаю, сложно сказать. Баллов 7 пускай. Общественный транспорт, во-первых, работает утром, он почти его почти нет. И вечером тоже почти нет, и бывает то, что не уедешь. Качество автомобильных дорог, ну, у нас только на проспектах хорошие дороги, то есть, а так... В результате опроса, который, впрочем, тоже не претендует на репрезентативность, выяснилось, что цифры, предоставленные департаментом, отличаются от реальности на 20-30%. Когда мы получаем маленькую группу людей, мы, ну, наверное, можно понять, в каком-то обезличенном виде, мы можем понять, что вряд ли мы получаем достоверную информацию. В департаменте намерены решить эту проблему и в следующем году составить наиболее полную картину того, как жители региона относятся к дорогам, транспорту и коммунальной сфере. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.